Сорт древовидной гортензии Баунти очень эффектный. Он считается компактным, так как высота его всего 110 см, ну и ширина где-то такого же размера. Соцветия у него округлые, от зеленоватого до кремово-белого цвета, диаметром до 30 см. Листья темно-зеленые, осенью становятся зелеными, желтыми и коричневыми. Цветет достаточно рано, на побегах текущего года. Хорошо этот сорт переносит зимовку, не требует укрытия. Для посадки лучше выбрать светлое место, но не на ярком солнце. Для пышного цветения требуется обильный полив. Мы видим трехлетний куст, он просто утопает в соцветиях. Они ажурные, нежные, но вот в этом году зима, весна и лето были крайне нестабильны, и ветки не окрепли достаточным образом. Нужны опоры, иначе не все ветви выдерживают такую тяжесть. У меня растет в полутени, но все-таки, я думаю, нужно выбирать более солнечное место.